дорогие друзья, и я рада сообщить вам, что мы продолжаем. Что именно? Да, мы продолжаем знакомить вас со самыми популярными, известными, можно сказать, звездами 4 канала. 25 лет в эфире «Утренний экспресс» заряжает телезрителей позитивом. Более 6000 выпусков, сотни сюжетов, бесчисленное количество бессонных ночей редакции. И все это не предел. Каждый будний день с 7 до 9 утра мы будем всю Свердловскую область и настраиваем на трудовые подвиги. Само 25-летие «Утреннего экспресса» – это уже достижение. Достижение регионального телевидения, потому что, ну, это удивительно и уникально. На самом деле, для региональной программы такой большой, такая большая жизнь, да? И почему так долго программа существует, развивается, меняется? А, наверное, потому что на месте мы не стоим, и команда у нас крутая. С вами был Александр Щипанов и Семен Сокол, а также Урал и Локомотив. Целуй. А, не тот чмокнул. Я не целовал. Видели? Видели? Вот так вот мы раскрыли все его истины. Все, пока. А команда «Утреннего экспресса» действительно крутая. Молодые, харизматичные ведущие смогут повысить настроение любому. Каждое утро они делятся последними новостями и самой разной полезной информацией. Порой они сами участвуют в сюжетах и всегда стараются, чтобы телезрителям было интересно. Сегодня пятница, и мы решили узнать у горожан, как же прожить в этот день до вечера. Нужно проникнуться своей работой любимой. И работать, и, возможно, вы даже забудете, что это пятница, и, возможно, и в субботу будете работать. Я смотрю, у вас график-то не нормированный. Нет, видите, я как раз иду с проектами, с готовыми. Звонят? Это значит, можно забирать, да? Да. 2 минуты, пожалуйста. Бойцы невидимого фронта стоят за объективом камеры. Это наши редакторы. Именно они готовят сценарии программ и следят за тем, чтобы эфир прошел на ура. Мы всегда живем завтрашним днем, потому что готовим эфир для ведущих на следующий день. И мы пишем сценарий, конечно, ведущие тоже подключаются, готовят какую-то свою информацию, нам ее сбрасывают, мы ее адаптируем. И на следующий день, ну, лично я встаю примерно в 4 утра, чтобы тоже собраться, подготовиться, выехать на студию, вовремя быть здесь, подготовить все для эфира, написать пост ВКонтакте, чтобы наши зрители нас там могли видеть. Ну и на самом деле над «Экспрессом» работает очень большая команда. И это не только выпускающие редакторы, это режиссеры, операторы, естественно, наша команда ведущих. Ну и на следующий день что? Мы в эфире, мы развлекаем вас, мы работаем для вас, чтобы настроение было хорошее с самого утра. Съемки сюжетов – это отдельная песня. Без юмора здесь не обходится. Куда ты? Да повернись лицом, я так не могу тебя снимать. Гуля, цып-цып-цып. Ничего не хочет он. Где это было? Калядовать пошли в магазин. «Утренний экспресс» всегда идет в ногу со временем, причем порой даже вырывается вперед. Не зря мы в эфире уже 25 лет. Мы любим иногда очень экспериментировать с ведущими, с командой, там создавать какие-то игры. Вот, например, ввели там экспресс-игру. Иногда мы можем поменять полностью эфир, отойти от привычного, например, стола, за которым работают ведущие, принести палатку, там, не знаю, гитару, завести лес в студию и начать какой-то, не знаю, отправиться в поход, например. И это, конечно, очень интересно, это большой опыт для нас. Вставай! Хорошо, хорошо. Угу. Утренний экспресс, доброе утро, мальчик. Ну, все, ты хорошо. Будешь? Да. Сейчас. Конечно, говоря о нашей команде, нельзя обойти нашу любимую ворону Капу. С ней выросло не одно поколение детей. Сегодня Капа ведет свою рубрику и рассказывает много полезных и важных вещей. Всем привет, здорово, Витальчик. А что, да уж, да уж, да. Ну да уж, здорово. Да уж, здорово, здорово. Одолжение сделал, что ли, нам? Да нет, это я задумалась просто. Задумалась? Мы всегда рады гостям, а они нам. Кто к нам только не приходил. Иван Охлобыстин и Сергей Лазарев, Юрий Куклачев и Николай Дроздов. Сейчас всех и не вспомнить. Каждый раз идеи появляются. Мы каждый день, можно сказать, креативим и что-то новое придумываем. Поэтому 25 – это круто, но мы едем дальше. Как вот с ними? Как вот с ними работать? Детский сад. Режиссеры. О,
Да, это правда, детский садик. Иногда я чувствую себя воспитателем. Thank you.